да, что вы на меня смотрите? Я просто очень счастлива. Сори, сори. Гоа – курорт на юго-западном побережье Индии. Это больше сотни километров золотистых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу, шумными вечеринками и комфортными отелями. Для начала хочу провести для вас небольшой урок грамматики. Многие туристы говорят «Гоа», но это неверно. Правильно ставить ударение на букву «О» – «Гоа». И вторая распространенная ошибка – лечу не на Гоа, а в Гоа. Некоторые думают, что Гоа – это остров или даже город. Но все эти предположения ошибочные. На самом деле Гоа – это самый маленький по территории штат Индии. Перейти дорогу, сори, в Индии – это целый квест. Такое чувство, что правил дорожного движения здесь абсолютно не знают. Фух, прошла. Штат Гоа очень компактен. Разделен он на две части – южную и северную. Здесь с удовольствием отдыхают все категории туристов. От едва научившихся ходить малышей и пенсионеров до экстремалов и любителей вечеринок. Туристам здесь на каждом углу что-то да предлагают. How much? 250. A sale? 200, okay? No. Это слишком много. Это слишком дорого. Не забываем торговаться. 50-й фото со мной на память. Эта католическая церковь находится в старом Гоа. Место, которое притягивает туристов со всего мира. Базилика Бон-Жезуш – прекрасный архитектурный памятник 16 века. Объект внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А также это центр паломничества католиков, стремящихся посетить место, где хранятся мощи святого Франциска Ксаверия, одного из основателей рыцарского духовного общества Иисуса. Вот люблю я все такое историческое, необычное. Мне кажется, что здесь можно стоять, ну, часа два так точно и наслаждаться всеми этими мелкими деталями. Атмосфера здесь спокойная и величественная. Находясь внутри здания, не покидаю чувство присутствия чего-то необычного и не поддающегося описанию. К сожалению, как выглядит храм внутри, мы показать не сможем, потому что снимать запрещено даже на мобильный телефон. Со мной сегодня постоянно фотографируются, потому что считается, что если сделать фото с белым человеком, то прибудет им счастье в дом. Ну а пока люди выстраиваются в очередь, чтобы со мной сфотографироваться, я, не теряя момента, продолжаю изучать их местный язык – хинди. A good day, хинди. Ну вот, в принципе, два слова на хинди я уже знаю. Колониальное прошлое Северного Гоа оставило наследие в виде архитектуры вилл, крепостей, католических церквей и других достопримечательностей. Туристу здесь понадобится несколько дней, а то и недель, чтобы познакомиться со всей этой красотой. А вы знали, что если в Индии встретишь дерево баобаб, да еще обнимешь его, то обязательно сюда вернешься. А я это хочу сделать.